Светлогорский район принял гостей. Начальники и специалисты отделов спорта и туризма со всей области изучили и переняли опыт у светлогорских коллег. Сдюшор номер один не зря носит название номер один. Об этом говорят победы и достижения воспитанников спортивной школы. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер один Светлогорского района встречу представителей спорта и туризма начали с показательных выступлений наших юных спортсменов. Заместитель директора Сдюшор номер один Татьяна Железная провела участников семинара по спорткомплексу, наглядно демонстрируя мастерство тренеров и воспитанников отделения баскетбола, греко-римской борьбы, плавания. В обзорной экскурсии по спортивной части средней школы номер 12 имени Изяслава Котлярова гости успели поддержать противостоящие команды родителей и учащихся на волейбольной встрече в Большом зале. Ознакомились с лыжной базой, удивившись наличию недавно приобретенных лыжероллеров. В хорошо оснащенном тренажерном зале застали не только школьников, но и работников Светлогорского районного отдела ПЧС, которые оттачивают здесь свои навыки в пожарном спорте. Кстати, активному и специализированному мастерству спасатели обучают и детей. Заглянули в гимнастический зал, стараясь не отвлекать тренера и учащихся от занятий по бадминтону. Узнали, что этот вид спорта достаточно популярен среди всех возрастов учащихся. Еще одна отличительная особенность школы – собственный бассейн. Затем участников масштабного семинара ожидало знакомство с одним из объектов, которым гордится каждый светлогорец – санаторием «Серебряные ключи». Здесь же и продолжилась пленарная часть мероприятия. Главный врач СКУП санаторий «Серебряные ключи» Александр Светилов подробно рассказал присутствующим о том, как в их учреждении реализуются туристические услуги. Участники семинара лично убедились в словах главного врача во время экскурсии по спортивным объектам санатория.